Паркер. Сколько он сегодня ошибок сделал в передаче. И опять не было офсайда. Опять не было офсайда. У кого из-за спины-то выбегал? У Вермалина или у Мертезакера? Ну, двигался-то еще с фланга Начо Монреаля, Лена. Да, он двигался с фланга Начо Монреаля, который просто не ожидал такого рывка. Промчался мимо Вермалина. Воспользовались вот этой вот легкой статичностью обороны Арсенала в центре. И тем, что не ждал такого вот хода Начо Монреаля от Аарона Леннона. Офсайда никакого не было. 2-0.